Сегодня в Балакове обновили доску почета. В год педагога и наставника особое внимание уделили тем, кто передает подрастающему поколению свои знания. И поэтому среди тех, на кого стоит равняться – школьные учителя, преподаватели дополнительного и профессионального образования. В этом году свое 30-летие отмечает самая большая школа Балаковского района – 28-я. И неудивительно, что портрет ее директора Константина Кузнецова тоже украсил обновленную доску почета. Приятно, что здесь оказалась и моя фамилия. Я это расцениваю как заслугу всего нашего педагогического коллектива, наших ветеранов педагогического труда, благодаря которым появилась школа, развивалась школа, формировались обычаи, традиции. Заслуга наших выпускников многочисленных, которого в жизни очень многого достигли, но тем не менее до сих пор сохранили теплые и добрые воспоминания о школе. Заслуга наших родителей, которые поддерживают нас во всех начинаниях. И, конечно же, наших теперешних учеников, которые прославляют школу победами на олимпиадах, конкурсах, на всероссийских мероприятиях.